Все объекты программы «Тобольск-2020» за один день посмотреть сложно, их несколько десятков в городе. Делегация из Нижнекамска познакомилась лишь с малой их частью. Например, отделение развития архитектуры и дизайна детской школы искусств имени Алябьева. После реконструкции здесь появился класс компьютерной графики, музыкальный зал, кабинет архитектурно-художественного творчества, выставочные и кинозалы. Заниматься круглый год в комфортных и безопасных условиях теперь есть возможности и у любителей трюков на велосипедах, роликах и скейтбордах. Также благодаря этой программе в Тобольске появился крытый скейт-парк «Максимум». Мы приятно удивлены состоянием всех объектов социальной сферы, которые нам сегодня показали. Есть чему поучиться. У нас тоже есть новые школы, есть свои изюминки, да, но обмен опытом, он всегда приводит к чему-то новому. По той же программе возвели школу на 1200 мест и детский сад. Оба объекта загружены на 100%. Программа «Тобольск-2020» была реализована в течение 3 лет администрацией города и правительством Тюменской области при поддержке Сибура. За это время в городе были построены, капитально отремонтированы и прошли реконструкцию более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды. Мне, вот как руководителя, очень важна вовлеченность тех предприятий, учреждений, которые работают в любом городе. И вот я заметил, что здесь Сибур не просто сторонний наблюдатель социальной жизни города, а является партнером города. И вот самое важное для меня даже не сколько начинка зданий, что сделано, а важно то отношение, которое проявляют те компании, которые работают в городе. Накануне делегация администрации Нижнекамска делилась планами и обсуждала вопросы развития с руководством Тобольска. Оба города тесно связаны с нефтехимической отраслью, а недавно предприятие «Нижнекамскнефтехим» вошло в состав Сибура. Гостям нашим очень понравилась реализация вот таких программных мероприятий, больших, которые проходят в городе. Ну и, конечно, мы тоже учимся, принимаем тот опыт, который нам транслируют, поскольку тоже есть в Татарстане очень интересные идеи и очень интересные содержательные муниципальные практики. В настоящее время в рейтинге Минстроя России Тобольск по комфорту жизни в категории «Средние города» входит в первую пятерку. Гостей из Татарстана он впечатлил. У них появилось желание сюда вернуться и показать его своим близким.